Продолжается прием заявок от тех, кто хочет принять участие в межрегиональном агрофоруме «День сибирского поля 2017». Электронную аккредитацию можно пройти до 20 мая. Таким шансом уже воспользовались более 150 компаний из 20 регионов нашей страны. В региональном министерстве сельского хозяйства отмечают, что наряду с сибирскими компаниями активно заявки подают участники из других субъектов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Ярославской, Пензенской областей, Адыгеи, Татарстана, Пермского, Ставропольского краев. В этом году День сибирского поля пройдет в июне. Впервые мероприятие сибирского масштаба было проведено в нашем регионе по инициативе губернатора Александра Карлина в 2011 году. В прошлом году Алтайский край стал территорией для Всероссийского дня поля. Проведение мероприятия возобновили после многолетнего перерыва по инициативе Минсельхоза России и Минпромторга России.